Здравствуйте, дорогие друзья, сегодня у нас снова игра Dreve21. Очень много было просьб ее еще раз подснять. Давайте-ка запустим еще одну серию, посмотрим, как на нее будет реакция нашей аудитории. Ну что, продолжим режим карьеры. Так, друзья, в этот раз я немножко подготовился. Теперь есть у меня тут геймпадик такой небольшой. Ну, конечно, играть я пока на нем не буду, я буду на нем только ездить. Вот, может быть, будет поудобнее управление. Мы с вами остановились в прошлой серии на том, что вроде как собрали вот эту машинку, подшаманили. Как мне нравится вот это вот оно красиво очень выглядит. Очень красиво выглядит. Ой. Не знаю, как посмотреть. Ладно, не суть, не важно. У меня 31 тысяча есть. Гаражные испытания. Давайте проведем еще одно. Так, список заданий доступно. Машина MX5, точно настройка. Все как бы туда. Так. И... Двигатель стоит. Фильтр стоит, рампа стоит, радиатор стоит. А, тип 2. Радиатор второй тип, да? Воздушный фильтр, мощность, мощность. Я не пойму. А, стоит. Машина тебе есть. Мощность, мощность, рампа. Это надо купить, да? Да. А, покупаем. Так, а... Купить-то купил, ладно, пусть пока... лежит здесь. Управление это что-то с чем-то. Так, стоп, фильтр обычный, да, все понятно. Как его снимать? Использовать запчасть, удерживать, снять, понял. Так, теперь его можно как-то убрать. Space бросить, убрать запчасть, сказать идти, круговое меню. А вот, забрать запчасть. Так, ставим вот эту запчасть. Да, он немножко по-другому выглядит, кстати, да. Так, теперь нам нужно рампу поменять. И радиатор. Так, купить радиатор. Никак я не привыкнул к этому управлению. Так, убрать запчасть. И купить еще рампу. Так, теперь мы снимаем рампу обычную. Она тоже так прикольно смотрится, да? Это как-то смотрится более дешево, это смотрится более дорогой. Ну ничего страшного. Так, радиатор. Радиатор снять. Убрать. Ставим теперь рампу. Ставим радик. Радик, отличие, отличие радика. Не обратил внимания, но вроде у этого еще какие-то вентиляторы есть, да? У этого вентиляторов типа нет. В общем, как-то странно. Так, мы можем убрать эти запчасти все. Так, стоп, стоп, стоп. Убрать. Убрать. Так. Получается, мы выполнили теперь еще вот это все. Да. Проверить показания машины на динамометр. Динамометр. Я не помню прошлые показания. Но я думаю... Стоп. Гаражные испытания, да? Не-не-не-не-не. Запустить, запустить. А, вот, пишут, ничего себе, да, смотрите, поднялась мощность где-то на 20 лошадей, а, вот, 40 лошадей и 44 ньютона. Красота. А, гаражные испытания. Выполнили, замечательно, забрать награду. Так. То есть, опять же, мы ее тупо прокачиваем, да? Так, ну мы ее прокачали. Давайте-ка теперь попробуем на ней задрифтить. Сейчас небольшой, как бы, будет вырезка такая. Я попробую проехать и настроить управление на геймпаде. Надеюсь, у меня будет лучше получаться, чем раньше. Так, как запускается у нас гонка? Мультиплеер. О, одиночный прогресс. Машина выбрана. Трасса выбрана. Игровой режим, старт. Бернаут можем делать. Ну так, не выдерживает, она катится. Зацеп передний плохой, нужно резину помощнее ставить. Так. Ручник здесь. Коробка, вот она. Ну не сказать, что я прям так чувствовать ее стало намного лучше. Ну, сейчас так чуть-чуть подрифтим, побегаем. Так, что-то я там... Я помню, и пису Дрифтленд. А вы не прошли ни одного испытания. Ну, понятное дело. Так, в принципе, все настроено. Даже ничего вырезать не буду. Ну, так, заставочки только. Ну, давайте пробовать.
Не знаю, сейчас на второй... Ой, так это вот, чуть-чуть привыкнуть. Вообще пока норм. Пока мне нравится управлять больше, чем с клавиатуры. Давай, нормально. Зона клипа была. Так, что у меня не пройдено, я чуть-чуть прошел. Золотой кубок. Почему золотой кубок дается, я даже не понимаю. Ну давайте-ка еще раз попробуем, да? Потому что ну, это как бы вообще не кайф. У меня с клиппингом проблемы. Не знаю, давайте попробуем заново. Клиппинг этот непонятный. На первой передаче попробовать можешь все это делать. А, я вообще запутался во всем этом. Так, как заново начать? Какая клавиша может быть заново? Сброс. Нет, мне кажется, все-таки надо на второй. Так. Опа. Опа, закрутило, занесло. Все бывает. Нет, что-то как-то я прямо не могу, зацепа что ли не хватает. Вот зона клиппинга еще одна. Там зона клиппинга была. И вот тут еще зона клиппинга нет. Я же... Давайте, какие у меня ошибки? Хоть одну зону клиппинга я сделал. А что, еще надо ехать? Нет. Так, вообще, зона клиппинга прошел одну, да. То есть надо прям по этой штуке проезжать. Так, заново, окей, погнали, давайте еще разочек. На второй как-то стрёмно. Вот там вот я должен был застать, но я не достал до него, не прошел, да. Кажется, я понял немножко, как это все работает, как надо дрифтить. Один клиппинг есть. Ну-ка. А, я клиппинг пропустил там, да? Да, вот он, первый клиппинг идет. Надо здесь подальше вот так брать, тут вот так вот. Потом здесь вот так. Вот тут вот поближе надо взять вот так вот. Опять я его не взял. И здесь зацепить. И в принципе тогда да, тогда что-то пойдет. Так, в общем, вторая передача нужна. Ее сносит жестко. Нет, не зацепил, блин, клиппинг. Минус клиппинг. Здесь клиппинг был? Нет, тоже не было клиппинга. Вообще, я не понимаю. Я не умею дрифтить. Да, первый прошел, там прошел, но уже лучше. Пробуем еще разок. Не знаю, так, первый дальний. Захватил. Так, меня унесло. Я, конечно, понимаю, это некрасивый дрифт. Клиппинг был, клиппинг не был. Клиппинг был. Вроде даже все клиппинги собрал. Что такое? Почему у меня не рестарт? Дальше, что ли, надо ехать? Вообще что-то не то. Не зацепил клиппинг. Подождите, контрольная точка, клиппинг пройден. Два клиппинга не было, почему не было? Да, по стене. Не зацеплю. Зацепил. Не пройдено.
Так, ну в принципе уже даже лучше. Я не хочу, чтобы красные были сейчас, пока красных не будет. Давай, выпрямляйся, господи, ну что ж такое-то? Контрольная точка, ливинга не было. Ну давай, уже вроде стабильны какие-то результаты, но надо ехать на одном дыхании. Ой. Не пройдено заново. Я не знаю, надо именно по клиппингу проезжать, или в принципе и так сойдет. Ой, так не сойдет. Ой-ой, тут перебор был. Да, не прошел клиппинг, ладно. Но это было неплохо, да? Первый, да, пошли. Не прошел я ни хрена клиппинг. Я не понимаю этот клиппинг, как он этот работает, честно говоря, вообще не. По нему проехать, да? Тут надо вот так переложиться. Клиппинг был, здесь еще один клиппинг, а его не было, потому что я не могу. Я не умею. Все, что клиппинги были, я не могу. Не прошел клиппинг. Надо по нему прям проезжать, да? Как так-то? Не было клиппинга, не было. Блин, он знает почему. Знаю, потому что я не. Не, надо прям по нему проезжать. Я не могу зацепиться к тому. Тоже не было. Вообще реально по нему, короче, надо. Ну, как раки, давай, на первую передачу. Клиппинг был. ДТП был. Клиппинг был. Клиппинга не было, у меня не получается реально на нем. Не, вторая это не для нас, для нас первая только. Вот так вот едем, такие хоп. Клиппинг, а в смысле не было клиппинга? Смотрите, кажется, я прошел. Все, красных нет. Красных нет. Все, я вообще молодец. Я соглашусь. Так, перейти в гараж. Да, перейдем в гараж, потому что лучше получается у нас это. Тюнинг. Тюнинг получается у нас лучше, чем дрифт. Ну, у меня, по крайней мере, да. Но так как вы смотрите меня, значит, вы тоже со мной. Так что у нас. Сейчас выполним еще несколько штук. Как гаражные испытания называются, да? Так. Машина есть, движок есть. Труба, впускнок. О, панцы, дросселя. Покупаем, покупаем. Так. Теперь надо их как-то куда-то... Вот вместо коллектора, да? Сначала надо снять рампу.
Почему я не туда нажимаю? Снять фильтр. Снять коллектор. Взять трубу впускного коллектора. Шпек. Мощность. Шпек. Фильтр. Да, какой еще фильтр? Так, испытание. Проверить показатели. Давайте сравним показатели. Что у нас изменилось? А, был, я так понимаю, это последний наш, да? 249 ньютонов, 213 лошадей. Просмотр запускаем. Ну, чуть-чуть поднялся. Больше на верхах. Нормальненько так. Ну ладно, я погорячился, что одну выполним. Давайте посмотрим, что у нас еще есть. Забираем награду. Так, машина есть. Выпускной коллег. У панцы. Турбокит ставим. Турбокит. Давайте-ка поставим. Турбокит. Так, ты полежи здесь. Тебя убрать. Закупаем турбокит. Так, мы купили с вами этот. Затариваемся, короче. Турбиночка. Это кто? Это заслонка перезапускная. Перепускной клапан. И сам турбонагнетатель. Так, вроде как даже мы это все поставили, теперь это надо как-то все установить. Это пока некуда ставить. Интеркулер. То есть надо снять радик. Давайте снимем радик. Попробуем поставить теперь интеркулер. А кулер встал. Встал радик. А, труба не может пока никуда. Тоже не может никуда. Турбина не может никуда. Клапана не может никуда. Заслонка не может никуда. Интересно. И очень-очень самое интересное, что непонятно. Так, установите запчасти из списка. Одну из запчастей воздушный фильтр обычный, либо тюнинг, проверить показания. Интересно. Первые шаги, да, поверхность, сейчас работает двигатель. Теперь, когда можно. Так, может не подходить. Ладно, давайте попробуем тогда снять коллектор. И чё? И что мы его сняли? Во-первых, выпускной надо снимать. Так, его надо переместить на подъемник. Стенд. Склад, другие запчасти. Прогресс, параметры. Работы. На какой стенд? Что за бред? Сюда как машину переставить? Во, подъемник. Так, приподнимаем машину, снимаем трубу. Выхлопную, но там она по-другому как называется, сейчас покажу. Называется она у нас выхлопная труба передняя, да? Нет, гибкий патрубок. Нам надо, чтобы подключился этот. Пускной коллектор. Да, вот патрубок снимаем. Снимаем коллектор. Так, припопустим немножко машину. Надо посмотреть, как это все дело выглядит, что сюда можно поставить. Нам надо засунуть в первую очередь турбину. Чтобы ее сюда засунуть, она крепится у нас. Что ты делаешь-то? Это просто очень интересно, потому что обычный. Стопа. Коллектор обычный. Во. Так.
Не понял я, подождите-ка. Что у нас тут пишет? Выпускной коллектор обычный. Но. Но. Вот они. Турбота. Вот оно. Сейчас еще вещь купим. Так, его нельзя было куда поставить? Можно. Можно, но что нам мешает? Нам мешает... Радик нам мешает, да? Нет. А чё мне? Тут надо еще с правильной стороны подойти. Так. Смотрим дальше. Устанавливаю. Есть контакт. Дальше. Выхлоп обязательно покупаем. Как мне нравится, он реально, он сварен так вообще классно. Мать, так, теперь мы сможем турбинку повесить. Турбинку повесили, так. Что у нас еще? Подожди, вот сюда. Покупаем запчасть, устанавливаем запчасть. Так, выхлоп взяли, трубы взяли. Это все вроде как взяли. Так, впуск, значит, что обычный ставим, да? Потому что там узкий, он не подойдет. Если я все правильно понимаю. Так. Может, вывод. А я не знаю, честно говоря. Так, давайте. Установим. Трубу. Еще у нас есть труба компрессора. Ага. Так, клапана. Заслонки клапана. Перепускной клапан. Есть контакт. И перепускная заслонка. Есть контакт. Далее, что нам может пригодиться? По-любому. Причем мощность. Я сейчас запутался. Мне кажется, конкретно так поменяли. Выхлопная труба турбо. Где выхлопная труба турбо? А, есть. Поставили. Труба воздушного фильтра, труба компрессора есть. Топливная рампа мощность есть. Перепускная есть. Это вроде все как бы есть. Так, и воздушный фильтр, тюнинг тип 2 давайте купим. Чтобы... Хотя он еще... Минимальный, универсальный. Даже небольшие частицы поля грязи побольше. Ну, в общем, давайте, я не знаю. Ну, давайте, который есть, поставим. Хотя нет. Пусть второй тюнинг будет. Ага. Вон он какой классненький. Жалко, не красненький. Был бы красненький, это была пушка-гонка. Так, ну что? А, нам вроде остается проверить только на динамометре. Значит, переставляем машину. Динамометр. Где? Вот она, так. Параметр машины. Машина не готова. Выхлоп, точно, выхлоп. Ох, Денчик. Ну ты, конечно, даешь. Поставить обратно. Гибкий, забыл? Забыл. Ставили. Это убрать. Так, вроде даже порядок. Переставить можно как-то? Нет? А, давайте опустим. Так. Как-то меня ворочит непонятно. Так, запустить. Да, вот тут уже видно изменение. Плюс 60 ньютонов, плюс 56 лошадей. Замечательно просто. Так, ну что, давайте посмотрим, что мы теперь сможем сделать. А, мы сможем награду забрать. Так, и теперь в этом гараже вы заработали 2000 кредитов. В этом испытании, хорошо. Так, хорошо, давайте попробуем одиночный прогресс. Еще разочек рубануть, старт. Что из этого у нас получится? Опять то же самое испытание.
Вау! Слышите, да? Мне вот эти клиппинги надоели очень сильно. Я не знаю, они меня раздражают в этой игре, не описать как. Ой, на третий что я делаю-то? Я не прошел клиппинг еще, да? Ну, в общем, машинка стала намного бодрее. Соглашусь. Так, ну это все, конечно, то. В этой игре дрифтить меня не получается, это ясно. Это понятно. Это никому не секрет. Так, не сброс, а в гараж выйти. Вот. Ну что? На сегодня, я думаю, хватит по этой игре. Следующей серии, если что, мы продолжим уже тюнить нашу тачечку. Мазурик наш, Мазочку. Да, теперь турбинка стоит, все дела, все классно, все прикольно. Блок предохранителей. Хорошо, может быть, за кадром получусь подрифтить, но, честно говоря, как-то оно не складывается пока что. Так, ну все, всем спасибо. Сделаем превьюшечку вот такую какую-нибудь, не знаю. А как тут превьюшку делать? Всем спасибо, всем до скорой встречи.